Трамп призвал богатые страны помогать Сирии вместо США. Американский президент Дональд Трамп назвал нелепой финансовую помощь Сирии, которую оказывали США. Выделять средства на стабилизацию Сирии должны другие богатые страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. При этом он назвал нелепой финансовую помощь Сирии, которую ранее оказывал Вашингтон. Саудовская Аравия и другие богатые страны на Ближнем Востоке начнут делать платежи вместо США. «Я хочу развивать США, наши войска и страны, которые помогают нам», — написал Трамп в Твиттер. Трамп предупредил Путина о присутствии США в Сирии. Напомним, ранее спецпредставитель США по борьбе с ИГИЛ Бретт МакГирк заявил, что на восстановление освобожденных от террористической группировки «Исламское государство» районов Сирии предполагается выделить 300 миллионов долларов. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.